суток. Утренняя прогулка. Самурайчик наш бесстрашный. Снурдевс. Лордис. Давай, самурайчик, давай. Давай, давай. Тройка. Вот они. С утра ребятишки играются. Эти двое как две. Неугомонные. Да ладно. Да ладно, что там недели кино? Что там? Что случилось? Уважаю, что-то чуял, да? Что там случилось, Боська? Что случилось? Все под контролем у тебя там? Все у тебя там хорошо? Он на посту, как всегда. Графушка, доброе утро, графушка. Фомочка тоже с ними на прогулке. Все уже хорошо. Девочка себе хорошо чувствуется. Но тоже под контролем. Граф. Что-нибудь да не натворил, потому что он такой мальчик у нас. Вот он, графульчик. Эй, графушка. Граф. Что там у тебя? Траву с утра есть? Ух ты. Ух ты, графульчик. Графушка. 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 Привет, Лордеус. Без тебя куда, да? Эй, леди миледи. Ух ты, Лордик, молодец. Привет, Ханчик. Самурай. А самурайчик возле босса крутится постоянно. Он возле босса. Что случилось? Самурайчик. 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 Терпи, босс, терпи. Он у нас такой. И кормить. Смотрите на эти спортсмены. На эти спортсмены держатся. Ух ты! Графульчик! Графушка! Давай, леди миледи, ты посередине, давай. Опа! Лордевка, Лордиус. Вот эти двое сюда, эти трое там. Смотри, что делает самурай. Самурайчик. Ух ты, самурайчик. Зажигалка ты. Давай, 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 самурайчик, давай. С Фомочкой хочет поиграться. Самурайчик, молодец. Иди быстро к своему боссу. Артиста. Лордеус, вот эти девчонки здесь. Они. Опа. Девчонки, девчонки. Девчонки, девчонки. Помощь. Опа, Лордеус, на помощь. Давай, давай. Вот, нет, граф. Граф. Графушка, нет, сказал. Смотри, самурай, что делает. Давай, давай, самурай. Ты же бесстрашный. Япончик. Япончик. Он к своему боссу жаловаться.
Или что-то достукануть. Где ось? Ханчик. По парочкам играется. Ханчик, иди сюда, Ханчик. Иди сюда. Графушка. А, графушка. Граф. Хомочка, иди сюда, Хомочка, иди. Хомочка. Хомочка. Графчик. Нельзя, Хомочка нет. Брось, молодец. Иди сюда, японец. Японец, иди сюда. Мошки с утра или что тут? Комары. На, Боська, доброе утро. Босенька. Что там, Боська, что там у тебя? Что случилось? Граф. Хомочка чуть-чуть поигралась, и все, хватит ей. Хомочка, все, тебе много не надо. Вот эти двое что делают. Вот они. Тихо, тесто, тихо. Без ругани. И без драк, тем более. Графушка. А, графушка? Чего вы там не делите? Это сосны, шашка. Ух ты. Ух ты. Ломочка. А, графушка? А, графушка? Что там? Дорогие друзья, домик для Лео привезли. Как теточки, две на каждом этаже должно быть. Вот здесь живет у нас, вот так сдалека вам покажу. Вот здесь у нас живет Лео. Вон там. Да. Куда? Тут, вниз. Залезть хочешь? Лео, а где Лео, сына? Вот мы собрали. Сейчас будем пробовать. Нам посоветовали, конструкция хорошая, качественная. Сказали, вот это не будет разлетаться по всему дому. Две какие-то точки, третья от дома. Столько всего ему купили, честно говоря. Ой, посмотрим, посмотрим. Что внизу? Там. А? Там, нет, там сделано. Так, а в обуви ты испачкаешь? Ты давно подписчик? Передай подписчикам большой привет. Нет. Не будешь передавать? Хорошо, тогда можно. Залази, залази. Все. Видите, какой он у нас балованный. Я хочу. Что ты хочешь? Привет. А подписчики на тебя обидятся. Скажи, подписчики, большой всем привет. Ну, передай. Нет. Не будешь передавать? Нет. Почему? Почему? А? Все, хорошо. Все, дорогие друзья, пошли заносить. Сереж, Виталь! Сера, Виталя! Давай, помогать! Ну вот, Лео в своем домике. Вот там, посмотрите как. Вот он здесь. Все ему нравится. Когтеточка. Вот еще одна когтеточка. Вон третья когтеточка, видите? Лео, ну как ты? Собак тут нету, не переживайте. Вон свой двор. Так что,
Никто вот не меня мучил, где он будет жить. Вот здесь он живет. Давидик, ты к нему хочешь залезть? Давай, посмотри. Да. Давай, залезай. А вот ты сначала на нижнюю присядь. Вот над домиком, посмотри. Подними. Поднять тебя? Все, передай подписчикам привет и подниму. Подписчики, привет. Привет. Вот смотри, как он на тебя смотрит, смотри. Кися, понравилось Кисе домик. Понравился Кисе домик, да? Что, Виталь? Он думает, как ему. Виталь, возьми его на самую верхнюю, подними аккуратно. Ну, сейчас посмотрим, как он наверху, видишь? Ой, так, котяра. Ой, посмотри, да. А Давидика вот сюда посади, Виталь, на самую нижнюю. Сюда? На нижнюю, на нижнюю. Можно и туда, посади наверху. Посади наверх. Конечно, выдержит, сынок. Ух ты, какой леопард. Ну, как тебе, Давидик? Смотрите, как он сидит. Ну, как, сына? Страшно? Спустишься вниз? Посмотри, где кошка. Посмотри, как ему нравится. Смотри. Ой, ты котяра. Котяра. Да? Какой красавец. Какой красавец. А это чуть-чуть слабое, сына. Потому что оно, видишь, здесь крепеж только на одном. А здесь три крепежа, поэтому тебя туда посадили. Сюда. Выдержит, Виталь? Ну, должно чуть-чуть его аккуратно посадить. Здесь что? Ты просто придержи, чтобы голова на ребенка. Посмотри, как он смотрит на Давидика. Я на него, мне страшно, я упаду. Лучше, да? А я могу сделать по-другому, смотри. Вот так подвинуть. И садись туда. А это не выдержит тебя, видишь? Оно сломается. А ты можешь сесть на домик прям, там невысоко. Нет, я хочу... Сюда? Да, сейчас, дорогие друзья, выключи. Да, Виталь, только подстраховывай, чтобы это... Да, нет, держи это будет. Вот здесь шариком поиграйся. Вот такой, раз он захотел, все. Отпусти, пап. Ты отпусти, просто рядом стой. Подстраховывай. Не, отойди, отойди, не держи, не держи. Просто подстраховывай. Подстраховывай, подстраховывай. Ой. Вот так. Два леопарда наших. Ну как, тебе нравится? А, ты хочешь посмотреть, как я тебя снял на видео? Тогда еще раз подписчикам привет передай. Привет, подписчики. А поцелуйчик подписчикам? Да. Вот так. Плам. Ай, ты хорошо. А я упаду? Нет, не должен. Иди, ну все, дорогие друзья, все видео. Итак, дорогие друзья, сын с отцом на мотоцикле. Виталь, а ну повернись. Сын с отцом на мотоцикле. Давай, выезжай, обучай. Yeah.